Літо – це час прогулянок, гарного відпочинку та чудова можливість насолодитися неймовірною красою нашої природи. Наприкінці липня в селі Матвіївка Полтавської області на березі річки Ворскла пройшли всеукраїнські змагання по туристичному маршруту для людей з обмеженими можливостями на базі Полтавської обласної організації інвалідів. Члени Балтської районної організації інвалідів також взяли участь у цих змаганнях, які тривали протягом 5 днів. До програми входили змагання з різних видів спорту. Це і шахи, і шашки, теніс, плавання на байдарках та багато інших не менш цікавих. Мета туристичного маршруту – це популяризація рекреаційних видів спорту. Та для людей з обмеженими можливостями найголовніша мета – це можливість вирватися із 4 стін, насолодитися прекрасними краєвидами та провести чудові години у спілкуванні з друзями. Наші журналісти зустрілися із головою Балтської районної громадської організації інвалідів Надією Лєнц та попросили поділитися враженнями від поїздки. В июле месяце вы приняли участие в туристическом маршруте для людей с ограниченными возможностями. Расскажите нам, пожалуйста, что это за маршрут, какие он преследовал цели и кто принимал участие еще, кроме вас, в этом мероприятии? В первую очередь это популяризация рекреационных видов спорта, активных видов спорта, ну, потому что у нас наши люди с инвалидностью в основном сидят дома, и многие даже в многоэтажках, которые не видят эту природу, не чувствуют этого запаха этой дикой природы, нашей природы, не видят даже запаха цветов полевых, они не ощущают. И, наверное, с этой целью это и было это мероприятие. Нас встретили в Полтаве. Вот, привезли нас в село Матвеевку. Вот, мы там разложили свои палатки, все были со своими палатками, со своими спальными мешками. Да. Мы только единственное скинулись по 100 гривен на продукты. Вот, и все. Вот, и представители были со всей Украины, по одному, по два человека, это с каждой области людей с инвалидностью. Мы там переночевали, и потом мы на плотах плыли. Плыли на плотах мы уже с одного села в другое село. А в это время наши волонтеры, у нас было 3 мальчика-волонтера, они на машину, и заново они все эти собрали палатки. Вот, и мы плыли по этой реке Ворскле. Это река Ворскла, это историческая, старая уже такая река, да. Ей название дал, наверное, Петро, как нам рассказывали, что это от Петра I произошло название. И чем мне понравилась эта река, вдоль реки постоянно цветет, растет мята. Вот. И запах этой мяты, он нас преследовал на протяжении всей этой нашей экскурсии на плоту. Плот сам придумал и сделал наш инвалид с Полтавской области, Виталий Гнилосыр. Он в интернете нашел схему, и по этой схеме, короче, деревянный сам этот плот, под низом бутылки, пластмассовые бутылки в белых таких мешках, которые веревка привязана к этим плотам, к этим доскам. И вот мы плыли. Весла такие деревянные, как снег расчищать, вот такой наподобие. Да. И вот это такими веслами мы плыли. У нас был Иван Васильевич, которого уже все знают по «Зорям надеи». Это человек без руки и без ноги. Естественно, со Львова, самбора. Естественно, он плыть, он гребсти он не мог, поэтому он у нас был запевало. Он начинал петь, и мы все продолжали дальше петь. Нас люди, которые стояли на берегу, все нас встречали, все кричали, аплодировали нам. Вот. И один раз даже так интересно было, человек 30, видимо, группа людей, которая стояла на берегу, нам хлопали, и мы так красиво пели, у нас даже дети были в нашей группе, и все пели, любые, мы все песни пропели, от украинских до пионерских. Вот. И все нам подпевали, и в один момент так мы старались все петь, что у нас с нами на плоту была собачка такая маленькая, и она даже начала забывать нам подпевать. Вот.
Вот, это столько мы положительных эмоций мы получили. Надежда Петровна, сплав на плоту – это спорт все-таки такой экстремальный, и с ним не все, даже здоровые люди справляются. Скажите, пожалуйста, помогали ли вам волонтеры или вы сами обходились? Когда мы плыли на плотах по Ворскле, то с нами волонтеров не было. Волонтеры были только на земле, ну, вот где, на привалах. Они нам разлаживали палатки, они собирали палатки, они разбирали, они мыли наши котлы, эти, которых кушать готовилось на огне. Вот. А нас, когда мы уже плыли на плотах, то их не было. Мы сами справлялись. У нас были на плоту ребята и по интеллекту, и дауны, и ребята, очень много опорников было, и ампутантов. Поэтому мы как-то, ну, сами справлялись. Именно на плоту, то мы справлялись сами. С нами был, естественно, как на любом плоту, как на любом корабле, должен быть капитан. Вот. И у нас был капитан среди нас, это Сергей Гнилосыр, однофамилец Виталия Гнилосыра, который это все и организовал, и сам это все сделал. Вот, поэтому помогали нам. Команда была сплоченная, независимо от того, что у каждого свое заболевание. Люди друг друга поддерживали, старались песнями прибавлять.